Не успел. Бежал, бежал. Не к нотариусу, а вот именно чтоб снять на стадиончике в Березино вертолет как сел, поднялся и не совсем успел. Вот жалко, березинцы не видят, как на их стадионе не футболисты находятся и бегают, а вертолеты взлетают. Пока один. Так, ну жалко. Вот скамеечки. Зрителей нету. Выходной день. Кто на рынке работает или покупает. Кто по улицам просто ходит, как я. Хотя я не просто хожу, иду к нотариусу. Потерял документы на приватизацию квартиры. Оказывается, нотариус нашла. Иду делать копию, которая стоила 28 рублей 35 копеек. Хороший нотариус, хороший город. И вообще, пил бы водку, сейчас напился бы. Жалко, не пью, поэтому буду снимать. Снимать, снимать и снимать. Все подряд. И как можно больше.